Было время похудеть, было подкачаться. Я снова здесь, настало время правильно питаться. Еще раз повторюсь, что вам нужно, чтобы спечь булочки с сыром. 375 грамм муки я взял. 200 грамм натертого сыра, дрожжи, сухие дрожжи у меня в пачке 7 грамм, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара, яйцо, желток нам пригодится, потом мы будем им смазывать булочки сверху и посыпать еще сыром. И воды 250 миллилитров. Тепленькой водички, пожалуйста. Тепленькой водички, но не горячей. И вот, мы теперь берем в эти 250 миллилитров теплой водички, мы высыпаем 7 грамм, вот видите, там 7 грамм этого. Дрожжей, сухих дрожжей. 7 грамм сухих дрожжей я высыпаю. Высыпал. Теперь мешаю это все дело, перемешиваю, да, там, в общем, так, мешаю, а, наверное, даже вот так сделаю, смотрите, как, наверное, так. Сейчас я это все помешал. И теперь добавляю чайную ложечку соли и чайную ложечку сахара. Еще раз мешаю. Так. Теперь я насыпаю сюда сыр. 200 грамм тертого сыра идет туда, в тесто. В тесто все пошло. Ну, тут уже так ложкой как-то мешаю. Мешаю ложкой так это все дело. Замешиваю так, перемешиваю. Ну, где-то так вот, как вы видите. Вот такая вот масса. Окей. И вот 375 грамм этого муки. Теперь я это все дело туда выливаю. Так. И теперь мешаю. Перемешиваю. Теперь у нас будет тесто. Такое вот тесто. Такое вот тесто будет оно. Мешаем тщательно. Тщательно мешаем это все дело. Такое вот тесто. Короче, я сейчас камеру выключу. Хорошо перемешаю. Мне надо одной рукой чашку держать, а другой мешать. Потом я из этого теста, запоминайте, вы сделаете, поделите его на 5 частей и слепите 5 булочек. Ну, такие 5, как клубков, немножко так их прогнете, положите на противень, потом возьмете яйцо, с яйца только возьмете желток плюс большая ложка молока. Смешаете желток с большой ложкой молока и помажете этим поверхность булочек. И возьмете еще протертого сыра, если у вас есть, и посыпите сверху. Потом, когда это вы сформировали булочки, помазали их яйцом, и вы это на полчаса оставьте это все дело стоять, чтобы они подошли, чтобы они поднялись. То есть полчаса они должны еще постоять. И когда 30 минут пройдет, только тогда вы ставите их в духовку. В духовку и пекете при 200 градусов, при 200, 180, 200 градусов. Я обычно 180 всегда ставлю. 20 минут. Я как
сделаю все это дело, я вам покажу видео продолжение. Вот, ребята, после 20 минут печки, булочки готовы. И у меня уже текут слюнки. Сейчас пойду и заточу одну из них. Смотрите, какие большие булочки получаются, да? Потому что тесто дрожжевое, они поднимаются такие. Такие пухленькие, пышненькие. И вкусненькие, ведь там очень много чего в них, очень много белка. Ну ладно, ребята, пошел я кушать. И вам советую тоже испечь такие вот булочки. Вам понравилось это видео? Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включите колокольчик. До встречи в следующем видео.